Сельское хозяйство Ульяновской области получит более 450 миллионов рублей из федерального бюджета. Субсидии будут выделены в течение 2017 года. Об этом было сказано на 28-м Всероссийском съезде фермеров. Он прошел в Москве под председательством министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Как пояснил глава регионального Минсельхоза Михаил Семенкин, с 1 января 2017 года изменен порядок субсидирования процентных ставок по кредитам. Вот мы по 5 миллионов рублей каждый. Благодаря новой программе, которая заработала с этого года, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации напрямую возмещает затраты банкам в рамках процентной ставки. И уже банк выдает льготный кредит, с льготной процентной ставкой не более 5%. Такие меры поддержки распространяются как на краткосрочные, так и на инвестиционные кредиты. На федеральном уровне распределение субсидий утверждено. Главной видится так называемая единая субсидия, которая объединяет ранее действовавшие меры господдержки, то есть субсидии на поддержку растениеводства, племенного животноводства, грантовую поддержку фермеров и другие. Ее особенность в том, что региону доводится единая сумма, а распределение производится получателем по мере поступления. Важно при этом выполнить целевые показатели, установленные федеральным центром. Общая сумма субсидий на 2017 год для Ульяновской области составляет 453,7 миллиона. На реализацию региональной госпрограммы развития сельского хозяйства на текущий год предусмотрено выделить 395,5 миллионов рублей.